Лично я не вижу причин, по которым этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы стать выдающимся. Для вас сегодня будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. Впереди нас ждет отличный матч, нетерпением ждем его начала. Сегодня Пари Сен-Жермен сыграет против Ливерпуля. Крайне важный матч сегодня для обеих команд, и поэтому мы эту игру очень ждали. Стартовый состав Пари Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах, Бернат в обороне играет с Менье. Идрисса Гуе с первых минут играет. С Верати в центре полузащиты. И в атаке сегодня играет Эдинсон Кавани. Кавани. Неймар. Выбили у него мяч. Кому он достанется? И вот Ливерпуль. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Итак, смотри, парни-то все известны. Что они нам сегодня покажут? Посмотрим, эти ребята... И великолепная передача Неймара. Неймар. Пари Сен-Жермен будет подавать угловой. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Ди Мари. Мяч у Верати. Верати вновь получает мяч. Эдинсон Кавани. Ну и забивают они. Очень они давили соперника и добились желаемого. Посмотрим, хватит ли сил продолжить игру в такой же манере. Пари Сен-Жермен забил и вышел вперед, а игра возобновляется. Отдает он мяч партнеру. Фирмино. Фабио Таварес. Хендерсон. Вейналду. Контролирует мяч Ливерпуль. Соперник пока никак не может его перехватить. Как здорово он игру читает. Анхель Ди Мария. И перехвачена передача Неймара. Будет навес. Кавани. Опасно. Неймар, опасно! Это Неймар, и он забивает. Хорошо у него получилось сыграть в этом моменте. Хороший гол у Неймара получился. На повторе видно, как уверенно он в этом моменте разобрался. Классный гол. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Интересно, куда дальше мяч пойдет. На грани офсайда балансировал, но не удержался. Вне игры фиксирует арбитр. Шире они сейчас играют. Мяч на фланге. Неймар. Эдинсон Кавани. Неймар. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметит. Неймар. Ловкость ног и никакого мошенничества. Это про Неймара. Защитники хотели бы затаскать его по судам, да не выйдет. Хоть бразилец и обыгрывает соперника строго по правилам, но все равно тот чувствует себя обманутым. Салах. Джордан Хендерсон. Фабио Таварес. Играет он на партнера. Подача на ближнюю штангу. Ну, что это за навес? Чужого игрока мяч попал. Неймар. Уверенно и постоянно сейчас мяч контролирует Пари Сен-Жермен. Думаю, они вынуждают этим контролем соперника нервничать, ведь счет в их пользу. Если дальше дело так и пойдет, то они спокойно доведут дело до победы. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Роберто Фирмино. Джордан Хендерсон. И как он дальше мячом распорядится? Хендерсон. Как отлично он мяч перехватил.
все возможности для контратаки перед ними. Неймар. Марко Верратти. Великолепный пас от него пошел. Блокирует. Какой момент у Мбаппе! Это момент! Гол! Как говорится, сообразили на троих в этой игровой комбинации. Ну и все лавры, конечно, достаются забившему гол. Ну теперь матч можно с полным правом назвать в одну калитку. И нет больше мяча у Ливерпуля. Ди Мария. Анхель Ди Мария практически совершенный крайний нападающий. Тут вам и скорость, и дриблинг, и мастерство верховой передачи. Когда Ди Мария в форме, остановить его можно лишь грязным приемом. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Кавани. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Садио Мане. Робертсон. Джорджиньо Вейналду. Хендерсон. Неймар. Один из лучших по игре в пас он сегодня. Марко Верратти. Хуан Бернат. И разрезающий пас на ход. Мбаппе. Какой момент у Мбаппе! Вполне тут гол мог состояться, но хорошо на выносе сыграли. Неймар. Есть поддержка в этой атаке. Кавани. Сыграно жестко, но в рамках правил. Ливерпуль атакует через фланг, и можно развить эту атаку там, в свободной зоне. Парижане вернули себе мяч. 2 минуты, и прозвучит свисток арбитра. Неймар. Может он идти дальше. Мяч в воротах. Отмечается Пари Сен-Жермен. Ведет он сегодня за собой команду. Второй гол уже забил. Такое преимущество еще в первом тайме. Немыслимо. Похоже, судьба матча решена. Закончился первый тайм. В футболе бывает всякое, но голевой перевес одной из команд слишком велик, чтобы во втором тайме предрекать 100% интригу. Потерян мяч Ливерпуля. Мбаппе. Не получилось у ПСЖ мяч удержать. Роберто Фирмино. Защитник остался позади. Марко Верратти. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Мохамед Салах. Можно навесить сейчас. Ливерпуль заработал угловой. Пошла подача. Это Ван Дайк. Хорошо у него получилось сыграть в этом моменте. Ну что сказать, голище. Выверенная, изумительная подача и прицельный удар головой. Пожалуйста, получите и распишитесь. 4-1. Преимущество в 3 мяча отыграть практически невозможно. Набить ей так. Ходит мяч у них. Хорошо, он с мячом вперед идет. Отлично сыграно, мяч перехвачен.
Хорошо играет сегодня в пас, очень высокий процент точных передач. Пошире они играют, мяч на фланге. Кавани. Кавани, забивай! Не смогла атака развиться дальше. Роберто Фермин. И нет больше мяча у Ливерпуля. Тащит он мяч вперед. И тут может что-то получиться. Вот это да! Что творит Алисон? Удар в упор, и он его тащит. С ближним угловой разыграли. Ди Мария. Избавляться быстрее от мяча нужно при таком прессинге. Честно говоря, смотря на статистику, особо не понимаю, как соперник сможет отыграться по такой игре. Счет не в их пользу, это понятно, но и по остальным цифрам не видно предпосылок для того, чтобы они совершили камбэк. Хуан Бернат. Эдинсон Кавани. Мбаппе. Неймар. Неймар знает сотню способов обыграть соперника. Кавани с мячом в штрафной. Что дальше? А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! И это его третий гол. Хет-трик он оформляет сегодня. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Фирмино. Он накручивает соперников одного за другим. Куда? Ну куда он ударил? Перед ним же никого не было, только вратарь и ворота. Трудно сказать, почему он принял такое решение. Он просто врезал по мячу, что из силы. А мы видели, что из этого получилось. Марко Верратти. Великолепный пас от него пошел. Какой момент у Мбаппе! Есть шанс развернуть контратаку. Да, это могло быть очень опасно, но обороняющаяся команда сыграла очень четко в обороне и не допустила худшего. Эдинсон Кавани! Забивать нужно! Очень острый момент. Обидный промах, но они все равно ведут в счете, так что ничего страшного не произошло. Потерялся вратарь в этом моменте. Накажет его соперник за такое. Все пошло не так для них сегодня. Проигрывают с катастрофическим счетом сейчас. Кошмарный матч для Ливерпуля. Их разбили в пух и прах. Счет крупный на табло. Я сильно сомневаюсь, что они смогут свести матч сегодня к ничейному результату. Потому что было достаточно времени, чтобы они себя показали. Но своими шансами они распорядились не как надо. Эдинсон Кавани. Эдинсон Кавани отдает пас на ход. На секунду бы попозже начать это открывание, может быть, и не было бы офсайда. Шире игру стараются развернуть. Мяч на фланге. На ближнюю мяч идет. Справляется с ударом Навас. Неплохо, как выпрыгнул игрок, но мимо ворот мяч прошел после его удара. Хорошо разыграли мяч они в этой атаке, но не повезло с завершением. Далеко от створа мяч ушел. Марко Верратти. Мбаппе. ПСЖ в итоге остается без мяча. Отличный прием. Так держать. 81-я минута. Александр Арнольд. Из-за боковой мяч будут вводить в игру. Джо Гомес. У ПСЖ комфортное преимущество. Потерян мяч Ливерпуля. Кавани, забивай! Гол! Дожали они соперника и взяли свое. Из-под прессинга играть сложно, и ничего не смог соперник поделать с этим. Классный темп они задали с первых минут. Счет на табло говорит сам за себя. Сегодня на поле была, по сути, всего одна команда. Неплохо он с мячом идет вперед. Мяч сыграно. Неймар. Кавани. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Менье. Неймар. Марко Верратти. Кавани.
Кавани с мячом в штрафной. Что дальше? Алисон справляется с ударом. 2 минуты осталось играть в основном времени матча. Роберто Фирмино. Очень опасно могло быть, но мяч перехвачен. Негры здесь боковой фиксируют. Идрисса Гей. Неймар. Эдинсон Кавани. Неймар. И без мяча они остаются. И заканчивается эта встреча. Твое мнение по поводу вот этого футболиста Эдинсона Кавани? Мне интересно, если буквально несколько слов. Ну, он сегодня оформил хет-трик. Мяч у Верратти.